У нас проводятся профилактические мероприятия, пешеходный переход. Да, и водители обязаны также уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. А еще соблюдать скоростной режим и быть внимательнее в темное время суток. В Одинцовском округе на постоянной основе проводится профилактическая работа с участниками дорожного движения. Госавтоинспекция уделяет особое внимание пешеходам и транспортным средствам, водителям, которые при проезде пешеходных переходов уступают дорогу. Вот. Стараемся пресекать нарушения такие, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, и следим за тем, как пешеходы переходят дорогу. Сотрудники госавтоинспекции раздали пешеходам специальные памятки и световозвращающие элементы, которые используют в условиях недостаточной видимости. Чтобы вы были более внимательны при переходе проезжей части, обязательно, как вы сейчас шли, посмотрели по сторонам. Мы смотрим очень всегда. Также при неблагоприятных погодных условиях всем участникам движения надо быть особенно бдительными. Инспекторы уверены, что соблюдение простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцово».